Я глубоко убежден в том, что нам необходимо вообще отказаться на сегодняшний день от инвестиций Международного валютного фонда. Потому что от кредита. Ну, это и кредит или инвестиции. Это сегодня можно быть... Я закончу свою мысль. Вы простите, пожалуйста, инвестиции можно рассматривать. И если бы это было как в Турции, когда вкладывают и международные средства, и они их направляют в реальный сектор экономики, тогда бы это были инвестиции. Это международные валютные установы. Есть другие, я сейчас подчеркиваю, что валютный фонд, который сегодня заинтересован в том, чтобы получить назад в любом случае свои кредиты, свои проценты и так далее. Чем хуже будет у нас, тем лучше будет у них. Потому что в любом случае наши деньги, которые, как правильно было сказано, попадают сюда, они все равно уезжают потом туда. Не готова система. Вкладывать можно только в ту систему, которая абсолютно эффективна. А вкладывать в... экономику, которая сегодня не готова к тому, чтобы эти средства вернулись с прибылью, это работа на туалет.